Всем привет, с вами Андрей, вы на канале «Рабочие будни в Германии». Сегодня мы отдыхаем на даче, у нас выходной. Как всегда, по расписанию что-нибудь вкусненькое готовим. Я, правда, не знаю, потому что готовит Серега. Он подъедет чуть попозже, я приехал пораньше, потому что у меня свои дела есть. Купил вот такой набор. Здесь карбюратор, фильтр. Ну, короче, хочу там немножко повозиться у себя в гараже. А кто смотрел мое последнее видео про дачу, я показывал, что я взял лавку с гнилыми досками. Я уже на днях эти доски поменял. Сейчас вам покажу. Так теперь лавка выглядит. 5 новых досок я поставил. Смотрите, такие красивые заклепочки сделал. Осталось это все аккуратненько покрасить, и лавка будет долго служить еще и украшать своим видом. Всем привет еще раз, с нами Серега. Пока я был у себя в гараже, он пришел и стал незаметно готовить. Никто не звал, он приперся. Сегодня Серега объявил блюдо. Серега, какое блюдо? Картошка с мясом, не знаю. Две упаковки мяса. Это много, наверное. Ну, я две привез на выбор. На выбор. Картошка уже почищена, лук сейчас доходит. Морковочка лежит. Ну, а мясо какое? Свинины гуляш. Я одну коту купил. Одну коту? Какую мы коту дадим? Он не ест ее. Ну, давайте ее. Это он не ел. Видите у нас какой кот, что у нас не ест? Это не понравилось. Может там не настоящее мясо? Ну вот и попробуем. Картошка хватит, нет? Да конечно хватит. У нас немного. Да. Еще с собой принес. 2 килограмма. Печечка уже стоит. Погода сегодня хорошая. Плюс 15 пока. Серега покажет вам, как правильно разжигать. Пугаешь, блин. Печку. Пугаю. Как правильно разжечь печку? Мы вам покажем. Инструкция пошаговая. Сначала ложим бумагу сверху. Небольшие такие дровишки, желательно сухие. И это все поджигается спичкой. Если у вас нету спичек, ищите газовую вот такую поджигалку. Как она называется? Зажигалка, наверное, как огонь какой-то. Вот. Заправляется здесь и... Подожди, она не разгорелась. Не разгорелась. А я уже хотел сказать, как Серега с одного щелчка поджигает. Бывает и такое. Что-то тухнет. Ладно, сейчас бумагу будем. Так, ребята, значит, если ваш рожек не идет, жгите бумагу. Совет бывалого. Вот смотрите сейчас, как пойдет, как вспыхнет. Да, ну, она тоже плохо. Тоже горит. Плохо горит. Мне кажется, она больше тлеть будет, а хотя может и загорит. Кстати, в Германии много есть разного рожика. Есть жидкость в бутылочке, есть вот такие, как кубики белые, а это на стекловату похоже. Это, наверное, такая, что-то спрессованное какая-то. Это, возможно, опилки спрессованные, может быть, чем-то пропитаны. То есть они должны гореть хорошо. Посмотрите, как пытаемся поджечь. Ну так, что-то есть. Ну, слайд. Это похоже на спрессованные опилки. Может быть, их даже пропитали чем-то. Может быть, они уже давно, наверное, лежат. Ладно, вон огонь есть, нормально. Так что Серега вас научит, как правильно все поджигать. Главное, смотрите, подписывайтесь, и вы узнаете, как получить вкусную картошку с мясом. Вот. То есть процесс пошел уже. Да, потихонечку разгорается. Все равно он горит. Да, и с картона хорошо разгорается. Раньше вообще с лучины зажигали. Лучина. Или как правильно? Дерево. Ну нет, ну... Печки, когда разжигали, дрова ложили и маленькие такие расщипливали, да, вот эти дрова, и получилось такие тоненькие лучины. Их ложили вниз и поджигали. Это меня еще бабушка учила, как правильно растапливать печку. Еще тогда не было, были старые газеты, еще можно было. Но и то они, старые газеты мы использовали по другому назначению. Я вырос в деревне и на лето приезжал к бабушке, нас учили, как правильно разжигать печку. Мы не пользовались газетами, мы пользовались вот этими маленькими
лучинами. Ну, раскалывали мелко-мелко и все. То есть газетами мы не разжигали. Как Серега подметил, использовали по другому назначению. Были же времена, ребят. Все-таки есть что вспомнить. Все получилось с одной спички. С одной лучинки. Ну, как всегда, сейчас мы прожигаем прожиг казана. Масло, да, сейчас нагреется, закипит. Лук, морковка обжарится. Вот. Так, потом... подожди, там по радио говорят знаки зодиака. Так что у нас сегодня ждет вкусный обед. Много неожиданных сюрпризов, приятных. Денежных, да. И удача у нас будет. Да. Ну, удача у нас есть всегда. Да. Нас приветствует. Вот наша цветет сирень. Так что давайте я вам покажу. Секунд покрывается золотистой корочкой. Вот это понимаю, профессионал так работает. Казан нагретый, потом да. Следом идет морковка. Прямо сейчас. Прямо сейчас, да, пойдет. Так что все это перемешивается и выглядит очень красиво и вкусно. А запах, да. Да, запах вообще отличный. Я прям стою над и чувствую такой вкуснятину, такой запах морковки и лука жареного. Серега добавил уже мяско, все это перемешивается. Лук немножко цвет свой поменял. Немножко, да, темным стал, так что не переживайте, это все съестся. Это сорт лука такой. Да, это темный сорт. Это не сгорел лук, если что. У нас ничего не горит. У нас все идет своим чередом. Вот так большой ложкой Серега польскую тушеночку бросает. Посмотрите, практически без жира. Вот небольшой есть, да, процент жира. Ну, это мясо, вольное мясо. Думаешь? Ну, я надеюсь. Все, теперь это все варится, парится, жарится, и мы ждем. Ну да, сейчас вода скоро пойдет. Сейчас она чуть-чуть потонит.